Да, блядь, опять влетает снаряд. Вас? Да хуй поймешь, блядь, уже, блядь. Наши, то, блядь, не наши, тут не поймешь уже, блядь, уже все голова видит. Блядь, когда это закончится, Сереж, все. Я не знаю. Я уже устал вообще. Это что, бомба? Это выстрел, да. Блядь, вроде Украина такая маленькая, почему это все так долго-то? Ты мне говорил то, что вы 8 числа ждали выборов, и что толку? Нету толка. Рота 96 человек была, сейчас, блядь, полкинник остался. Даже уже меньше, по-моему. Мы в ебаной жопе, нахуй, просто. Да хуя чего было, я бегал от дрона, блядь. В смысле ты от дрона бегал, блядь, который, как ты говорил, бомбы сбрасывает? Да, три гранаты скинул, блядь. Да тут пи***ц вообще. Ты чё, эра, блядь, 21 век, тут все по хуйни, нахуй. Почему это чеченские, блядь, кто прошел Чечню, не хотят вообще сюда ехать. Что здесь пи***ц. Я даже хохлов не видел ни разу. А, нет, один раз видел. 7 человек. Но мы их с пулемета расхуярили. Двоих убили, пятеро ушли. У нас по входу парня привезли. Да, конечно, мы на войне, нахуй, тут пи***ц было. Ты уже не знаешь, чего ожидать. Иногда свои же в тебя же, блядь, блядь. Долбаны стреляют, потому что им не те координаты дают. Сегодня мама писали там эти женщины опять вот, в группе-то в этой. Короче, там такой скандал, блядь. Одна пишет, нам пришло 132 тысячи, другая пишет, да какие деньги, лишь бы типа здоровые, живые все вернулись. Да, конечно, нахуй деньги не нужны. А заберите нахуй деньги, блядь, увезите меня сейчас домой, блядь, все. Хотя бы просто до Ростова меня довезите, я, блядь, там доберусь. Вот куда мы хотели ехать, а Аня говорит, что там мост крымский взорвали, блядь. Да. Они, блядь, ебают ракеты в Россию, нахуй. Говорю, если сюда бы никто не... Если сюда никто бы не поехал, вот эти, кто мобилизованный, блядь, они бы, блядь, уже в границ не стояли. У нас пи***ть бы там было. Они бы и Москву, и Екатеринбург бы долбили, нахуй, все бы долбили. Страшно, пи***ть. А мы, блядь, как лохи, нахуй, здесь. Да потому что командование пи***ц, вот. Я не знаю, у нас пацаны уже просто сидят. Блядь, еще чуть-чуть, и мы просто встанем и сами пойдем до него. До кого? До комбата и просто застрелим. Тут никто разбираться не будет. Ты знаешь, какой пи***ц беспредел в городах творится? Военная полиция, блядь, недавно, короче, этих цыган расстреляла, 28 человек просто в стенке поставила и расстреляла за то, что они дали водку нашим военнослужащим и отравили их на всю роту. Ебанутое государство. Как она осталась, армия ебанутая, так и она осталась. Блядь. Ничего вообще не поменялось. Мы как этот, блядь, расходный материал. По телеку-то пи***ь другое совсем.